И всем привет, с вами Макс Риск, так, текущая глава нового мира, стоп, я же его проходил. Так, это у нас Age of Eris, так, получено, осталось 7 часов, железнодорожные орды, связаны одной штучкой, да я не знаю, где они находятся, так, сейчас тогда строю, еще посмотрю, этап третий, стоп, я ж был тут, неужели мне обрывали, подожди, где? Как так? Что тут такого заметного? Нет, у меня, кстати, открытая зона. Так что могут в любой момент на меня напасть. Сейчас включу тогда защиту. Ну, еще после этого включу. Так, забираем. Вроде бы у нас изучение там. Вроде бы мы поставили за себя, да? Как-то непонятно. Так, что нам нужно делать? Прокачка. Улучшите штаб Альянса. Окей, давайте. О, бесплатно. Штучка. Тихо. Да, бесплатно. Давайте уже супергероем. Или уже по карточкам теперь будем. Блин, 50 тысяч там опытом. Или гиты. Это скорее всего опыта. Так, значит. Так, забираем. Так, кстати, вот классные вещи. Нужно их добыть. Так, нам сказали, расследование нужно провести. Давай-ка. Это сделаем. Так, значит. Смотрим, бесплатно. Потом еще раз вход как-то получаем. Исследование пошло. Так, собираем. Нужно квест выполнять. Может быть, что-то нибудь прокачивать или же нет. Вот так поставил. Ссылки на каналы Max Risk и Risk Start зубы в описании. Там тоже нужно подписаться. Обучение 100 стрелков. Ага. Стрелки все-таки. Так, 100 стрелков. Окей. Я с тобой же хотели больше. Ладно, 100, так 100. 20 минут. А что тут можно вот так вот? 41 минуту. А, вот как. Понятненько. Можно вот так прям делать. Они как-то долговато набирают это из-за того, что такая уж длинная игра. Так, значит, так, обучение. Помочь союзникам. Как мне помочь? Ух ты, я первый раз создаю клан, да? Не, кажется, не будем создавать. Пока что нас мало, тогда будем создавать потом. Так, значит, нажимаем территории. О, подарки. Так, забрать все. Как это подарить? Как там всякие сделать? Сила, убийство. Убийство — это захват. Никто еще не захватывал. Значит, все игроки сильные. Ясно. Так вот, а как? О, помощь. Ага, я не знаю вообще. Исследование. Давайте исследуем. Так, а вот пожертвование. Окей. Вот. Исследование. Ранг в альянсе должен быть выше. Ага. То есть я не имею права. Окей. А сколько там нужно? Вроде бы 100 монетов не хватает. Вообще-то не знаю, как им помочь. Так, что там убийство? Точка. Точка прям убийство. Так, нажимаем квесты. Так. А что другое есть? Так, вместе с вами, конечно, мы должны квест выполнять и прокачиваться. Ух ты, чувак один стоит. Он на меня не нападет. Так, проще простого, давай. Так вот. Уже захватили. Собираем. Так, выжите штаб. Так. Начать обучение кого-то. Давайте тогда обучим. Давайте тогда всех обучим. Если прям такое уж и время. Давай-ка. Обучаем всех. Также исследуем, потому что это очень важно. Так, кого там исследовать? Ну давайте. Молот. Так, ну мир смотрим через 8 часов. Нет, нужно найти эти вот. Я не строю поезда. К Марсу. Тогда сможем. Так, там разведка уже пошла. Так что все нормально. Так, квесты. Так, не, давай. Принимаем что-то еще. Так, любое. А, вот генератор нам сказали. Нам сказали добыть. Окей. Давайте, добывайте. Пока что. Громил, давайте заберите. Так вот. Так, давайте громил, берите, ё-моё. Лончиков тоже. Все, пришли. Пошли. Так, ты разведал, отлично. Так, входим. Потом разведка еще одна. Давай. Нам же нужно потом как-то убежать.
Кстати, как там карту посмотреть? Все. Мы же там хоть расследуем. Так, вот тут у нас есть люди. Можно спрятаться, да, от них. Ох ты. Прям как-то весело. А что нам дают? Так, вот, ресурсы Альянсу плюс. Ну, пока что не нужно. Да, окей, Ромело. Ясно. Тут что поломали. Ай-яй. Девятый, кстати, можно напасть. О, второй вообще легкотня. Да? Как напасть, мне интересно. Так, Альянса нет, убийства нет, 2700. Как мне напасть? Тут охраняет вроде бы. Не знаю. Что-то не дают никак напасть. Так, ракетница. Ага. Строим ракету. Максимум уровень. А, мы уже строим даже, да? О, пожертвовать. А у меня сколько? 215 кусков. А как их добыть, кстати, мне интересно. Железо, как оно называется, мне интересно. Так, для изучения там всяких. Так, это вот батареи. Ну, для чего батареи нужны? Также открытые бананы нужны. Интересно, ракету изучаем. Так, 1200 монет. А где монеты мне искать, а? Где монеты? Можно начало начать? Такое экономный класс, а? Не? Нельзя. Так, поезд строим, значит, второй уровень. Пожертвование, награда. А, это награда, пожертвование, 8 кусков. Где мне добыть куски? Так, победите гигантов. Ага. И выполните квесты. А, я их выполняю, так что все нормально. Все мы их выполняем, так что можно пожертвовать. Так, значит, первый уровень. О, нулевой, я бы первым. Не хватает очков, тоже не хватает. Так, значит, тут. Расписание. Давай тогда прокачаем. Так вот. Можно еще? Все, хватит. Я боюсь, мне не так уж и много их. Так, общая сила 450 миллионов. Ох, 450 миллионов. Блин, уже ночь, уже два гиганта. Два гиганта смотрят тут. О. Опасно как. Так, может быть, давайте ресурс заберем. Уран. Уран, ну, хорошая штучка для этих вот злых. Так, скажем, вон там то, которые хотят их забрать. Так, вот так, давайте. Как там их, кстати, зовут? Я что-то не в курсе. Да, гиперактивность. Уровень 18. Очень такие вот обезьяны. Так, вперед, нам нужно тут добыть. У нас прям тут раздвоение пошло, да. Так, создать отряд, давай. Самый сильный, да, давай. Проще простого, давай, убивай его. Так, 15 ранг, опасно. Смотрите, раз дорога, вторая дорога, третья дорога. Все нормально. Так, там собирайте. Так, пропустить. Нам дают, что бесплатно. Угу. Это что, клык, реклама, гонщик, охотник, скорость. Прикольный персонаж. Прикольный. У меня ничего нету. Чтоб его купить. Так, вот нажимаем. Бесплатный значок. Вот это мне радует. 20 кассет. Это самое лучшее. Так, вот. Погоня. Так, собираем. А еще добыть. Так, вот из-за того, что мы убиваем приматов, как там он идет? Таинственный след. Дикого монстра. Мы должны его искать, дикий монстр, и убивать. Тем самым получаем хорошие призы. Так, набрать 3600 очков на этапе третьем. Точно нужно воевать. Ну, блин, уже... Может быть, в следующем ролике продолжим. Да ладно, давайте здесь продолжим, все-таки прикольно. Сколько много раз смотрите, вау. Если вы не знаете, как прокачаться, то заходите в эти магазины и убивайте, ну, вот эти вот. Так, получаем. Они очень классно дают одну штучку. Ну, дополнение такое. Потом, когда мы с эволюционером получим неизвестного дикого мутанта. Вау, у него будет неизвестный дикий мутант. Так, где он тут, кстати? Вот этот? Ха-ха! Унёсь! Где он? Так-то ниндзя. Так, о, кстати, 0 из 10, то есть нужно копить и нужно прокачать их. Ясно, кого? Тут один из 10, тут тоже один из 10. Блин, прямо движется всё. Мифический бравлер, легендарный бравлер, обычный бравлер, обычный, эпический и легендарный. Самый обычный он тут. Все, он только один эпический, а обычный самый слабый. Ну а что ж поделать? Мало персонажа, да? Но скоро добавят, так что ждем новых персонажей, будет классно. Так, расследование, давай. Так, расследование.
Так, новый мир смотрим. Довольно повторяемся уже, да? Давай соберем награды всякие. Всякие награды набирай. Йо-го-го, все собрали. Так, ну мы знаем, обучение стрелков всяких там. Так, 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 завершить одно исследование. Я уже скоро завершу. Так что в следующем ролике увидимся. Всем удачи, пока. Ссылки на каналы мои в описании. Всем пока.